Вам сегодня представить наши результаты, которые мы получили на выборах 25 октября. Эти выборы дали нашей партии билет в так называемую высшую политическую лигу. Почему я так говорю? Потому что, если вы обратите внимание на инфографику, по результатам голосования в областной совет, в областный совет и город Киев, наша партия получила 7,2% по стране поддержки. Это говорит о том, что мы являемся уже четвертой партией по стране и являемся уже парламентской партией. Этот результат нам дал возможность потеснить так называемых тяжелоатлетов в виде самопомощи, в виде радикальной партии, в виде свободы. Это те партии, которые самопомощь и радикальная партия представлены сегодня в парламенте, и результат наш превысил их результат по стране.